Всем привет! Зовут меня Александр, занимаюсь в городе Гродно отделочными работами. Сегодня у нас речь пойдет, как вы видите на своих экранах, это о строительных ходулях Маслтаун Скувалкер. На ютубе вы, конечно, увидите очень много обзоров на них, но я хочу сделать небольшой обзор именно о этих ходулях после трехлетнего использования. Ну вот. Сразу прошу прощения, о видеосъемке снимаю в домашних условиях. На теперешнее время что-то у нас клиенты пошли, они не хотят, чтобы какие-то видеоролики снимали на объектах. Ну ладно, что хотел о них сказать. Первое, что когда они мне пришли, я их купил 3 года назад в Соединенных Штатах. Первое, что я сделал, это купил материал, попросил супругу, и она мне шила вот такой мешок. Специально для этих ходуль, чтобы удобно было транспортировать. Второе, что я сделал, это накрутил линолеум на подошву. Так как после недельного использования без линолеума у меня начала подошва сильно стираться. На объектах, новостройках, сами понимаете, там стяжка, либо бетонный пол и подошва. А заменить эту подошву получается очень накладно, по 70, по 60-70 долларов получается комплект. У меня эти ходули до сих пор работают. Единственное, что сейчас порвалось, это вот эта поролоновая накладка. Но я думаю, это не критично, так как можно либо купить замену, либо что-то самому придумать. Они у меня полностью все грязные, я их абсолютно чищу, но это раз в месяц, бывает, ну, раз в 2 недели. На функционал вот эта грязь не влияет. Единственное, что хочу вам посоветовать, если кто-то приобрел эти ходули, и когда вы выдвигаете, они очень плотно выдвигаются, и для того, чтобы вы думаете, что для того, чтобы они хорошо выдвигались, нужно смазать их, то я категорически вам этого делать не советую. Так как если вы смажете либо солидолом, либо каким-то еще веществом, со временем вы работаете в пыльных условиях, со временем на солидол сядет пыль, там будут мелкие песчинки, и при выдвижении, этих ходуль песок попадет внутрь, и вы просто физически оттуда не сможете потом достать, ну, вытянуть эти ходули. Ни в коем случае не смазывайте. Пружина у меня до сих пор работает, все работает. Рекомендую именно такие ходули, так как после трехлетнего использования они мне еще ни разу не подвели. На этом у меня будет все. Спасибо за просмотр. Ставим лайки, дизлайки. Подписываемся на канал. Покупайте хороший инструмент. Ну и пока!